Сергея громкий звук, похожий на взрыв, разбудил среди ночи. Мужчина говорит, понял, что взорвалось где-то рядом, в пределах его улицы, может быть, соседней. Взрыв произошел 2 часа минут 2.10, 2.15. Ага. Как определить его, не знаю. Как-то. Ну, очень, очень резкий, очень громкий. Очень. На газ не похоже, на гранату не могу сказать. Ну, ваше предположение. Ну, может, газ, даже так, если баллон резко, резкий, очень сильно резкий звук. По словам соседей, в доме, во дворе которого прогремел взрыв, живет молодая семья с детьми. Они поселились там относительно недавно, жилье снимают, но сегодня днем в доме никого нет. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции Харьковской области, в результате взрыва никто не пострадал. При осмотре изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу. Решается вопрос о внесении факта происшествий в единый реестр досудебных расследований по статье 296. Это хулиганство. Полицейские принимают все необходимые меры по устранению и задержанию лиц, причастных к происшествию. Светлана Ченина, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».